прогулка по Ленинградке. Всем привет, с вами канал Артмани. Часть уже вышла на YouTube. Там фонарики красивые. Пойдем, Жень. Садится на холоде. Ты что там крякаешь? А на смотри, фонарься. Отражают. Народ проходит, а она отражает. Видишь? Отражение на них. Красивое. Пойдем сейчас фонарики пройдем. Покажем камере нашей. Ролик вы чуть-чуть с опозданием. Сейчас я записала на телефон. Выложу. А этот ролик чуть-чуть попозже будет. У нас сейчас январские праздники. 3 января. Красота, смотрите. Там дальше часы. Сейчас поближе покажу. Народ идет, 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 идет. Да, не следи. Это же очень забавно. Нет, не Мишка, очередь рассосал сразу. О, все. Все, каждый залазит. А, был заборчик. А теперь заборчик. Там забор был, Жень. Жень, там был забор, они вас снесли, и все фоткаются, теперь лезут туда. Там заборчиком было. Теперь всем надо сфоткаться там срочно. Один начал фоткаться, и все побежали, как через светофор. На красный загорелся, одному надо было перебежать, и все стадо побежало. Вернее, как стадо. Там он опера, по QR-коду. Читай город. Раньше, помнишь, у нас было много свободного времени. Мы ходили, читай город, не спеша ходили, сидели. Там концтовары были. Что-то охранник вышел, и все побежали. Блин, надо было тоже зайти. Куда вышел? Где охранник? Да вон там. Может, попробуй зайти. А давай зайдем. Со мной такая. Пошли. Попробуем зайти.